Всем привет! Всем привет! Привет-привет! Рада вас всех видеть, всех моих самых лучших, самых красивых, добрых подписчиков на всем белом свете. Я вас рада приветствовать. Девчонки и мальчишки, сегодня мы с вами влог начнем с того, что мне пришла посылка с сайта Faberlic. Девчонки, сейчас заказываю, знаете, все так, чтобы мне пригодилось в хозяйстве. Скоро предстоит мне заезд, уже не переезд, а заезд в мою квартиру. Сегодня мы поедем, я вам немножко покажу, как получились обои. Обои мне безумно понравились, но я их видела пока только на... Как бы я их выбирала, но видела только на телефоне, что мне мальчики, которые у нас работают, присылали. Вот, сегодня мы с вами воочию все увидим. Заедем, купим люстру. И что еще? И давайте, наверное, сначала вам покажу посылку. Девчонки, я заказала первое, что заказала на Faberlic. Это вот такой модный, крутой чайник. Почему? Потому что сейчас мы переедем, у нас пока не будет возможности сразу установить кухню, потому что кухня изготавливается, она будет еще изготавливаться месяца полтора, наверное, два. И у нас будет старая плитка, такая еще старинная. Вот, и чтобы ее сильно, эту плитку, не дергать постоянно, я заказала вот такой чайничек, потому что мальчишки пойдут в школу, чтобы утром им кофеек, чаек там заварить быстренько, знаете, для первого, на первое время. Он, кстати, очень такой симпатичный чайничек. Вот, это Faberlic, ссылка будет внизу в описании. Насколько он? На 1,7 литров. Ну, нам хватит как раз на один заход выпить чайку. Вот, тут инструкция, Faberlic Home, домашний Faberlic, вот такой вот чайник. По своему внешнему виду он, кстати, очень даже симпатичный, смотрите, да? Вот, так что поставлю себе на кухню, пока не придет моя кухонька, а потом решим уже. И второй заказ, второе, что я заказала тоже на Faberlic, я давно на это смотрела, она мне нужна, необходима, я почитала отзывы на Faberlic от девочек, которые это уже брали, девчонки, отзывы, кстати, очень даже классные, я тоже решила себе приобрести. Это как ручной отпариватель, тоже от Faberlic. Во-первых, сейчас буду вешать тюль, вешать шторы, заказала уже шторы, должны прийти. Да, это даже можно просто одежду иногда отпарить. И он нужен в хозяйстве. Девочки, заказала, попользуюсь, я вам потом расскажу отзывы свои. Но то, что написано от других девчонок, которые это уже купили, написано, что он прикольный и классный. Справляется полностью на все 100 со своей обязанностью. Он такой, знаете, беленький, стильный. Вот такой вот классный отпариватель. Вот, вообще стиляжный, он такой тяжеленький, видно, что такой добротный. Буду отпаривать свои красивые занавески, тюли. Вот, так что ссылочка тоже внизу будет в описании, заходите, подписывайтесь на Faberlic. И видите, тут отверстие, водичку, наверное, заливать. Я еще почитаю, я, честно говоря, не умею им пользоваться. Вот, это нужно все изучить. Тут есть вот такие, стаканчик, наверное, воду наливать. Есть вот такой какой-то... Такая какая-то, ой, если не уроню, не я буду. Вот такая какая-то штучка. Ну, это надо читать, девочки, не знаю, как это все. Вот, вот такой. Для чего он нужен, все прочту. Но я думаю, кто уже умеет пользоваться, знает, для чего это надо. Можете написать, кстати, для чего. Вот, так что, девчонки, вот такая вот классная посылочка. Я ее давно ждала, надо будет на квартиру все отвезти уже. Так. А у нас сейчас в планах, я жду Макса, и мы поедем, купим люстру, вон ту круглую, которую я вам показывала, помните, девочки, в Хофе. Поедем выбирать люстру и поедем, заедем на квартиру, отвезем обои, потому что уже в одной комнате все сделали. Осталось плинтуса. Сегодня я покажу вам, как батареи, хочу посмотреть, они установили батареи. У нас, знаете, вот раньше батареи, вот так трубы были, да? А у нас сейчас трубы мы в стене, и батареи просто без труб. Мне так охота глянуть, как это все выглядит. Короче, девчонки, я в предвкушении. Беру вас с собой, так что поехали сначала за люстрой. Сходили с Тимоном в магазин. У нас на улице неимоверное пекло, но я во всех своих влогах это говорю, потому что очень жарко. Так, девчонки, у мамы у меня вот здесь освободилось местечко. Вот. И мы решили с ней купить. У нее, знаете, нету полочки для
как его, ну, овощей. Там картошка, знаете, лук. И мы с ней нашли на Валберсе, я ей нашла полочку, заказала. Сейчас соберу, девочки, посмотрим, что за полочка. Не особо она, видимо, большая, честно говоря, я думала, она повыше будет. Но сейчас соберу, вам покажу, как это все выглядит. Туда складывать лук, картошку, знаете, она такая на колесиках. Сейчас соберу, вам покажу. По идее, вот так должна она выглядеть. Вот такая получилась. Единственное, конечно, было бы, если бы она повыше была бы, то было бы круче, девчонки. А так, в принципе, ничего, такая удобненькая. Мы сверху мама полотенчики положит. Тут можно лучок, картошечку, знаете, вот сюда спрятать, и никто не видит, ничего не видно, и очень удобно. Тем более местечко есть, знаете, вот. Это так, знаете, чтобы вот, вот так не мешало, аккуратненько поставила. Сейчас сюда, я, знаете, сюда сейчас положу фольгу. Я всегда вот сюда вниз сделаю фольгу, чтобы не сыпалось, знаете, даже если картошку положить, чтобы это все не рассыпалось. Вот. Или мама сама скажет, как лучше сделать. Пока полотенчики положу только. Пусть придет, скажет. Смотрите, какой арбуз Максим принес. Девочки, у нас опять мусорка полная. Я сейчас окрошку готовила. Сделала окрошку. И сейчас хочу куриное филе пожарить. Короче, как всегда у меня. Наготовочка. Заготовочки у меня. Девчонки, пришел мой Василек. Дорогой, любимый. Давно ждала. На самом деле, я вам говорила, что в этот заказ я хочу заказать много красивых полотенчиков. У них сейчас новые полотенчики. Вот я маме открыла, показывала. Девочки, сейчас вам покажу. Вот такие вот голубые. Видите, с бахромушкой, новенькие. Ой, какое качество обалденное. Знаете, я недавно купила в Хофе. Они очень толстые, мне не понравились. А это вот новенькие. Узбекистан выпускает. Они идут набором, по-моему. Нет, отдельно заказываешь, но два как бы набором идут. Смотрите, одно для головы и для тела. Качество супер крутое, вообще офигенские. Я заказала голубые, заказала Тиффани. Конечно, заказала все розовенькое. Заказала беленькие, девочки, под мою новую ванну. И черные. Черные, угадайте, кому? Конечно же, Максу. Максу, девчонки, черные заказала. Вот. Они такие брутальные, мужские, классные полотенчики. Смотрите, какие крутые. Вообще офигенские. И большое вот такое. Это будет Макса. Так, дальше. Мама попросила ночнушечку. Мамуле ночнушечку новенькую. Вот такую с ромашками. Красивую. Обалденного хорошего хлопочка. Вот, дальше, девчонки, еще вот такого цвета полотенца, видите? Красивые. Дальше, Макс у меня просил черные майки. Ему на работу нужно, борцовки такие. Вот, смотрите, вот такие черные обычные маечки. Максу заказала 3 пары. 56-58 заказала ему. Так, дальше, девочки, готовлюсь к холодам, носки. Мне нравится, что у них дешево и оптом, можно сказать. Еще вот такие. Носки очень выгодно на Васильке брать. Девочки, а это подарок. Мама говорит, давай подарок. Зульфия скоро, может, приедет. Попросила, говорит, давай ей подарок. Вот такой вот халат купили. Вот, на Васильке. Офигенный тоже. Горошек я очень люблю. Я себе тоже потом закажу попозже. Вот эти халаты, качество обалденное 100%, девчонки, потому что у меня был, он и есть там где-то в вещах лежит, такого цвета Тиффани горох, тоже качество просто офигенское. Тоже вам могу советовать вообще с легкой душой. Вот такой классный халатик, вот. Ну и все, девчонки, больше ничего я не заказывала. В основном, видите, я по полотенцам. Думаю, сейчас на новое заезжать, должно быть все новое. Полотенца тоже 100% советую, вообще классные. Вот, смотрите, какие красивые. Такой вот у меня заказ. Ссылочка на Василек будет внизу в описании. Готовлю ужин. Я сейчас, видите, помните, вам говорила, муку в пакет складываю, потому что так удобней. Потом в яйце обваливаю и в сухари. И обжариваю. Сейчас макарошки, наверное, на гарнир.
кстати, такие румяные получаются. Мне вот эти сухари очень нравятся, белые которые, видите? Классные. Мальчишки любят у меня такое кушать. Ну, я давно, кстати, не жарила. Сегодня уже, девочки, уже не знаю, что готовить. Мы с мамой уже в шоке. Уже все надоело. Еще, знаете, такая жара, не знаешь, что приготовить. Вот сегодня у меня окрошка. Я вообще есть не хочу. Вот окрошка и все. Фрукты, окрошка, арбузы, знаете. Арбузы сейчас очень вкусные. У нас пошли офигенные арбузы. Мы брали на апельсине. И чем он больше, тем он вкуснее и сладше. Девочки, смотрите, какой арбузик принес Тимон. Раз с дедушкой ходили, покупали. Тёма выбрал вот такой для мамы, говорит. Дедушка говорит, мы пошли в магазин, Тёма выбирает все только для мамы. Вот, вот такой красивый, не знаю, он маленький такой. Ну, давайте порежем, посмотрим, что там за арбузик. У нас еще вон стоит арбуз здоровый, но мы этот сейчас разрежем. Ну, по идее, он должен был быть без косточек, но он с косточками. Смотрите, ну пахнет ничего, вкусненько, маленький такой. Мне, знаете, в этих арбузах нравится, что они маленькие. Вот ты порезала, и можно его съесть. Одна, да, или вдвоем вы любите, допустим, арбузы. А вот этот здоровый, это вообще, его надо еще в холодильник умудриться засунуть. Ну ничего, пахнет вкусно. В магните они брали. Мы с мамулечкой и с папулечкой приехали. Девчонки, в ДНС их привезла. Хочу посмотреть холодильник и хочу посмотреть стиральную машину. А у нас здесь открыли рядышком. Ой, тут так хорошо. Хайр. Я, наверное, хайр буду машинку брать. А вот Samsung. Хайер. Вот, 59,5. Кого? Новый кубик. Иди пока посмотри. Да, когда переедем, конечно, можно. Хайер. А? Вот мне подходит. Подходит? Ну вот, смотри, 59,5, 85,38. Вообще ну, маленький. И недорогой. Ну, даром дают. Подожди мне. Хайер, это японская. Да, какие. Это русская, сейчас японского уже турецкая. Ничего нет. Нет. Турецкая. Они уже в русском делают. Завод где-то в Калининграде у них. Сейчас я еще посмотрю. Хайер. Вот тоже у них хайер, смотри. 59,5. Не трожь. Вот это ничего такая. Только мне нужен беленький. Такой? Ну, своя квартира у тебя будет, купишь обязательно. Такой и другой. Вот такой LG, по-моему, я буду заказывать, мам. Ну, покажи, где планшет. Иди посмотри, вон там. Вот. Нам хватит. Как раз он в кухню войдет, беленький. Кого тебе показать? Что там что? Твой маленький, конечно, он красивый, он хороший. Такой. Он такой. Внутри все маленький. Нам-то хватит, просто говорю. А вот как хайер маленький. А это что? У нас был два раза. Пойдем. Ну, будем. У меня в четверг, да, она придет? Как я вам говорил, да, сейчас проверим. Ну, 59,5, обработка, защита от протечек, отсрочка запуска. А до загрузка есть? До загрузка, сейчас проверим. Должна быть. Беленькая, мне нужна беленькая просто. Я не хочу эту, туда не подойдет. Там это беленькая. И размер твой подходит? И размер подходит. Ну, мне нравится, вот видишь, точно 59,5, правильно? Вот, 85 и 42,5. Просто у меня будет этот шкаф с мойкой. И вот не вся туда влазит. 60 будет прям впритык, а хоть тут 5 сантиметров и то. Это дедушка, как всегда, балует внучиков. Уже да, конечно, у тебя сломались. А Тёма вот такие себе взял. У него цвет Тиффани. Не надо заплатить. Я заплачу. Включу. Это можно ему давать или еще сейчас, нет? Сейчас, там еще. Ага. Пойдем еще что-нибудь. А можно я тебя буду целовать?
в Пятерочку. Здесь очень вкусные всякие бу... Ой, давай вот этих возьмем. Илюшка любит Пятерочку. Илюш, вам пончики взять? Вот эту хотите, маму, литку? Хачапури вы такие. Че, пап, возьми чай попить. Бери, бери. Я не знаю, что вы любите. Берите, с внуками лучше не ходить в магазин. Дедушка, шапка тебе так идет. Лучше, чем Илюша. Покажи свои наушники, что тебе там дедушка купил. Вот ты, конечно, его... Ну ладно, это перед школой, на 1 сентября. Такие. Да, у Тёмы вот такие. А, ого, можно... это геймерские какие-то. Это можно их везде вставить. Девчонки, мы взяли попробовать апельсиновый сок. Дедушке дайте попробовать, натуральный вот здесь. Сейчас попробуем. Ну что, ребятки, мы уже дома приехали, купили стиральную машинку, можете меня поздравить. Я взяла не особо дорогую, такую средненькую, но, в принципе, все нужные функции, которые мне нужны, они есть. Надеюсь, что будет хорошая. Короче, девочки, на самом-то деле мне выбирать не пришлось. Знаете почему? Потому что мне сегодня звонит Александр, это парень, который у нас работает, и говорит: Оля, ты 60 сантиметров ширину не бери, бери уже, чтобы, короче, ей было место. А я ринулась искать машинку не меньше 60 сантиметров, девчонки, я вообще ничего отдельного не нашла. Канди, вот эти шманди, я не хотела. Я хотела или LG, или Haier. Ну и в итоге вот я нашла сегодня, в ДНС мы заехали, нашла 59-50, меньше я машинок не нашла. И вот пришлось брать, короче говоря, то, что есть. Вот, я взяла беленькую, потому что Макс хотел стального цвета. Но я говорю, к чему там стальной цвет? У нас эта штука белая, плитка белая с черным, как бы... Куда, да? И белая, мне кажется, будет и лучше смотреться. Я, короче, в итоге я взяла белую. Я говорю, это не тебе стирать, а мне. И взяла белую. И холодильник, девчонки, заказала белый. Вот. Что еще? Кстати, смотрели на Рутуб, я выложила видео, как поклеили обои в детской. Начали клеить уже зал. Девчонки, ссылка внизу на мой Рутуб канал. Там очень много новых влогов. Переходите, смотрите. Все нормально работает. У кого есть возможность, пожалуйста, милости просим. Там будет до конца августа еще очень много влогов, я вам обещаю. Это YouTube у меня для души, а Рутуб — это моя работа, и я буду там снимать. И многие говорят, что иди работай, как бы я работаю, девчонки мои дорогие, я работаю, стараюсь, кручусь, верчусь, так что просто от вас, от моих любимых, очень много девочек перешло, вам огромное спасибо, потому что действительно Рутуб сейчас это та платформа, от которой я жду каких-то ковришек, ну, как нормальный, адекватный человек, не то, что даже просто блогер, а просто человек, который хочет работать и получать еще какую-то денежку, правильно, за свою работу. Вот. Ну, кто понял, тот понял, кто не понял, тот и не поймет, как бы. Я никому ничего доказывать не буду. Ребят, на Ютубе я тоже есть, но тут будет немножко меньше влогов, потому что сейчас я хочу сакцентировать внимание на Рутуб. Август до конца будет, я буду на Рутубе. Ну, и на Ютуб тоже буду выкладывать, но реже немножко. Вот, я хочу посмотреть, как по окончанию вот этого августа, что будет, как я получу, что получу, монетизация, что я пока не буду рассказывать, потому что я сама не знаю, я вот хочу проверить, как, что будет. Из-за этого я на Рутубе. Ищите меня там, там есть влоги, там есть... Кстати, комментарии вы можете писать на Ютубе, ой, на Рутубе. Девчонки, прошу вас, ссылка будет внизу, зайдите, оцените мои детские обои, которые я сделала как бы в уголок детской. Дальше очень много вопросов. Оля, где детская? Девчонки, ну если вы хотели увидеть детскую с батутами, с качелями, с лианами, у нас такой детской не будет. У нас двухкомнатная квартира, не восьмикомнатная, и мы не в Африке. Вот. Так что у меня будет просто зонированная спальня для детей, где будут стоять две кровати, она будет зонирована. Зонирована будет очень красиво, но это очень стоит дорого. Потом вам расскажу более подробно. Вот, пока зонироваться не будет, потому что это чуть позже я зонирую. У них будет стоять телевизор их большой, может быть, им куплю детский какой-то шкаф или комод, хороший диван со временем я хочу поменять свой, убрать, и стол для уроков, все. А что должно быть еще? У нас как бы будет зал, вроде бы и детская, все в одном наборе. Многие написали: Оль, почему ты не зонируешь вот этим шкафом? Девочки, очень много места занимает. Не хочу пока. Вот у мамы комнату мы отделили, когда я была, да, здесь жила.
много места съела, вот, пока так, там посмотрим, может будет квартира больше, может мы отделимся, ну что-то придумаем, еще рано об этом думать, у меня маленькие дети, которые и так боятся ночью спать, они в темноты боятся, и как бы, ну, может вообще в одной комнате все будем спать, так что это вот для тех девчонок, которые спрашивают про детскую. Что еще? Девчонки, сегодня мне прислали видео потолков. Они бомба смотрятся. Я купила люстру, вот вы увидели. Сегодня уже мне ее повесили, потому что я влог снимаю следующий день. В субботу мы едем туда убираться. Я вас возьму с собой, ролик выложу на Рутуб. Так что, девчонки, я думаю, потолки просто обалденные. Мальчики, девочки, кто меня смотрит, я просто в восторге. Очень красиво все подобрала. Какая все-таки... Как все хорошо я скомпонировала. Ну, Макс, кстати, мне тоже помогал. Вот последнюю люстру мы выбирали вместе. Она, кстати, смотрится вот так, вроде не айс, а вот они повесили на потолок. Еще черные лампочки я выбрала. Девочки, огонь, смотрится очень круто, красиво. Мне кажется, все-таки натяжные потолки все-таки красивше смотрятся, чем вот если бы просто мы побелили. Все равно. Единственный минус натяжных потолков для меня лично, конечно, пространство немножко съедает потолки. У нас как бы 2,50, да, высота. Вот, чуть-чуть съела. Но ничего страшного, как бы это не так. Это, конечно, хочется, но это большие потолки, это нужно другой дом, я не знаю. У нас 2,50 стандарт. Хотя в высотках, наверное, чуть больше потолки, ну, таких вот больших у нас строят. Я даже не знаю, ну, наверное, больше, чем у наших. Вот. Так что ремонт идет, я безумно счастлива, скоро мы с вами будем снимать влоги оттуда, будем, сейчас будет у меня кухня, конечно, вы увидите мою кухню, какая у меня будет старая мойка стоять, еще тех жильцов, потому что, девчонки, я решила ее оставить, потому что где посуду мыть, кухню установят где-то к концу августа, ой, сентября, короче, все увидеть, все, я буду вперед батьке лезть. Все буду рассказывать, каждый свой как это, кусочек своего нового жилища все сниму, расскажу, где что покупала, как в использовании, все буду рассказывать. Вы пишите свои вопросы, что вас интересует, конечно же, буду с вами делиться, девчонки. А на сегодня все, на самом деле у нас сегодня все дома, мы сейчас приехали. Вот, я сижу в поту, я закрыла дверь, чтобы с вами хоть немножко поболтать, потому что там все занято, все спальные места заняты, и я, короче, к вам здесь, потому что я знаю, что на Ютубе девчонки меня уже потеряли. Девочки, новые ролики на Рутубе тоже заходите, смотрите, потому что многие девочки, даже вот мне и Сталина девочка писала, говорит, Оля, я зашла, все нормально, смотрела, все работает. Вот, но я никого не принуждаю, а некоторые мне говорят, что ты нас заставляешь, никого не заставляю, ребят, никого совершенно не заставляю, у кого есть возможность, переходите, смотрите, здесь, конечно же, тоже будут влоги, но вот до конца августа обильно будут пока на Рутубе, потому что хочу проверить статистику, как, что, потом уже решим. Вот, всех люблю, и с Ютуба, конечно, я не ухожу, совершенно не ухожу, просто сейчас тестирую вот Рутуб, вот. Всех люблю, девочки, всех люблю, обожаю, безумно хочу вам быстрее показать свою квартирку, справить с вами новоселье, вот. Очень круто, мне все нравится, как все получается, очень круто, главное, чтобы мы там были счастливы, вот. На сегодня все, я такая не накрашенная, страшная, вообще не крашу, жарко, девочки, у нас 40, наверное, градусов, а еще мы не можем перейти туда, потому что у нас пока не установили кондеры, как мы поставим кондиционеры, тогда мы сразу рванем туда, всех люблю, пока-пока. Ссылочка на мой Рутуб внизу в описании, обязательно смотрите, там крутые, классные влоги, и я вас попрошу посмотреть ролик, именно на него оставлю ссылку с моими обоями, потому что мне так мало комментариев про них написали, напишите, девчонки, нравится, не нравится, как вы думаете, но я думаю, будет очень круто, когда я завершу зонирование, будет прям идеально, сама себя не похвалю, никто не похвалит.